Всем здравствуйте! Сейчас родные и близкие Анастасии Заворотнюк переживают нелегкие времена. Семья актрисы по-разному справляется со своим горем, но не теряют связи друг с другом. Анастасия Заворотнюк умерла 29 мая. Ее жизнь оборвалась после 5-летней борьбы с агрессивной опухолью головного мозга. Она прошла через боль и трудности болезни, окруженная заботой и поддержкой мужа Петра Чернышова. Семья Заворотнюк, несмотря на горечь утраты, остается удивительно сплоченной. Мама Анастасии, Валентина Борисовна, продолжает жить в одном доме с Петром и 5-летней внучкой Милой. Дочь Анна, теперь уже замужняя женщина, и сын Майкл, живущий с невестой, тоже стараются поддерживать гармонию в семье. Анна и Майкл – дети от предыдущего брака Анастасии с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Анна большую часть года проводит в Дубае вместе с мужем, Тимуром Исмаиловым, успешным бизнесменом, с которым они познакомились еще в студенческие годы в Америке. Ну а Петр Чернышов в это время сосредоточился на заботе о своей дочери Миле. Лето они провели на морском побережье в Сочи, наслаждаясь каждой минутой вместе. После отдыха Чернышов вновь погрузился в работу. Он готовит новые постановки для фигуристов, а с ноября выйдет на лед с Татьяной Навкой в спектакле «Вечера» на хуторе 2.0 в Мегаспорте. Кроме того, он активно участвует в организации городских массовых мероприятий и продолжает развивать свою школу фигурного катания, приносящую стабильный доход. А тем временем на могиле актрисы Анастасии Заворотнюк по-прежнему много живых цветов. Люди, приходящие на Троекуровское кладбище, не забывают прийти почтить память Анастасии. Могила выглядит очень ухоженной, а значит, пока Петр в отъезде, есть кому позаботиться о наведении порядка. А у нас на этом все. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и пока!